С 15 июля на сайте «Россия называет .рф» любой желающий мог предложить свой вариант. Всего жителями нашей страны на первом этапе голосования было предложено более 9 тысяч вариантов, а проголосовало за имена, вошедшие в шорт-лист, около 18 тысяч человек. Среди наиболее популярных имен также были Эльбрус, Алтай, Добрыня, Сапфир, Сириус, Марс, Мир и Симба. Самок предлагали назвать Лада, Герда, Ева, Мира, Россия, Луна, Аврора и Надежда. Второй этап отбора имен для леопардов стартовал одновременно с конкурсом «Новая волна». Звезды эстрады активно предлагали свои варианты. В итоге было решено остановиться именно на вариантах «Волна», «Артек» и «Багира».